Осьминожек, восьминожек, как-то вышел погулять. Как-то вышел погулять, стал друзей своих встречать. Первой он увидел рыбку. Подарил он ей улыбку, поклонился ей слегка, а потом сказал «пока». Вот увидел краб клешнями что-то ковыряет в яме. «Здравствуй, краб, тебе поклон!» Отвернулся быстро он. Ох, не мой, видать, денек. Вдруг глядит морской конек. Вверх и вниз, и в середину он плывет, но держит спину. Ох, какой зеленогривый! Здравствуй! Он сказал игриво, но конек вдруг замедался, убежал. Он испугался. Погрустнел немного вдруг восьминогий морской друг. Вдруг увидел, как дельфин в море плавает один. «Эй, а где твои друзья?» «Потерялся в море я. Я ищу своих друзей. Ну тогда плыви скорей». Вот заплыл наш осьминог очень-очень глубоко. Вот увидел, промелькнула злая, страшная акула. Закричал он: «Ой, спасите! Мама, папа, помогите!» Вмиг он принялся бежать. Маме, папе не догнать. Забежал и юркнул в норку, закрывая двери створку. Все, устал, хочу я спать, завтра я пойду гулять.